Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Чупчи. Happy birthday to you. Все, родился. Я уже родился. Живдякой уже. Вижу, как дедушка любит, говорит. Он же мне говорил, вся такая в пыли, такая вся с соплями, пыльная, лежала такая. Что же, везли тебя, нашли там где-то? Да. Сироту такую? Да, это папа мне ему говорит. Говорит, никому не нужно, такая лежала, мы с мамой пожалели, забрали ее нам. Такую вот так везде, все везде не нужно, а я нужная. Я знаю, что я нужная. Еще все зеваю, только проснулись. Надо собираться, сейчас пойдем в Дельта Спа. Не хотела идти именно в спа. Не знаю, мне спа нравится, но как-то не ходила я особо никакие в спа. Думаю, что такое баловство такое. Но сейчас я понимаю, что это очень большое заблуждение. Особенно в наше время, когда действительно хочется расслабиться, когда хочется побыть в компании. И вот именно Дельта Спа — это тот случай, где ты можешь реально, как в этой сказке, из чана в чан прыгать и становиться моложе, становиться лучше и становиться именно, я бы сказала, так релакснее, но именно спокойнее. Вот как-то так. Мы взяли по коктейлю безалкогольному. Пьем, наслаждаемся соляной вот этой пещере. Ну, не знаю, насколько она соляная, тут очень хорошо дышится, очень легко. Я думаю, сейчас мы еще вернемся, попрыгаем там в бассейне, в джакузи, в всяких банях, хамам и тому подобное. Я вообще не люблю русскую баню, но действительно было очень интересно здесь по-другому как-то ты себя дышишь. Людей тут особо не очень много, но выходной день, но в принципе нормально. Давно инстинкт пошел. Это приборы. Я сейчас это... Вы всегда спрашивали, что такое хумус. Да, что такое хумус. Сейчас я проверю и скажу, похоже это на еврейский или нет. И это кефчета. Это такие... Вот видишь как? Нет, внутренняя баня запомнила. Хочу купить шакшуки. Вот, спасибо. Понятно, видите, хорошо. Это я буду с шакшукой есть. Горячая хоть. Вы не подумайте, что это что-то. Это должны быть оливки. Делается примерно вот так. Mm.
оно пахнет так сильно. Стандартно. Доченька, можешь попробовать. Ты помнишь, как я делал? Ничем не отличаюсь. Это очень вкусно, реально. Просто... Не, только крупный такой. И евреи заправляли петрушкой. А здесь, видишь? Здесь вот есть как петрушка. Ну, вот это петрушка? Вот петрушка, да. Ну, может быть. Вот. Посмотри, какой. А это вот. Это говяжья тефтелька. Какая? Это сюда вот. Да. Мама дорогая. Ты сегодня... Стандартнейший соус. Просто стандартнейший. Какой? Ну да. Просто вот, ну вот, вот. Не знаю, что мне нравится, что сбалансировано содержание острого перца. Серьезно, это очень. Ты чувствуешь вкус, да, острого перца? Но остроты нет. Я чувствую, что это перец, острый перец, я знаю. Твою жену. Вот это классно. И вот этот хумус, слушай, я никогда не пробовала. Это же сейчас накину. Надо вот это.